У тебя все обязательно получится. Пожалуйста, мужчина, говори. Ну, хоть что-то получается. Нет, ничего не говори мне. К сожалению, не могу пойти ее утешить, потому что мне нельзя видеть подарки. Как я могу тебе помочь, Зай? Господи, в смысле, и что? Как она у него дальше, складывается? Я вообще не понимаю. Я не буду это складывать, Зай, извини, я не могу. Ну, рождественская атмосфера. Всем привет, ребят! Сегодня у нас с вами предновогодний выпуск, скорее всего, последний в этом году. И мы придумали такую очень забавную, интересную, не совсем новаторскую идею подарить друг другу 5 по 5 всратых подарков с Amazon. Как периодически бывает у всех из нас, не успел оглянуться, а праздники уже на носу и куча друзей и близких, которым надо что-то подарить. И мы решили, использовав доступ к самой знаменитой в мире системе быстрой доставки, по-быстрому натыкать на сайте дурацкой атрибутики всякой, которая была доставлена примерно за сутки, каждый из них. То есть одним из условий была быстрая доставка. Да. Этим экспериментом мы решили посмотреть, что же можно подарить друг другу по бырику, так скажем. Мы взяли ценовой диапазон, сколько у нас? В среднем один подарок стоит до $100? Ну, в районе 20-30, вот так вот, долларов. Ты побольше? У меня тогда плохие новости для тебя. Короче, да, на самом деле просто, может быть, вы можете взять какую-то идею себе на вооружение. У меня будет, правда, чуть побольше подарков, потому что мы планируем скоро уехать праздновать Новый год в другое место, и для того, чтобы эти два подарка не тащить с собой, я решила, что подарю их Дане, да еще и вы посмотрите на два невсратых подарка, поэтому у меня их чуть большее количество. У меня невсратого подарка Полине на Новый год нет. Да, в этом я году... Я попал в капкан. В этом году у Дани проблемы с этим, а у меня никаких проблем нет, я сегодня отстреляюсь, да и все. Знаете, какая у меня проблема, в какую я ловушку угодил? Она такая: сходим вместе в магазин, купишь мне. Я такой: хорошо, и мы никуда не идем. Ты меня никуда не зовешь. Пошли в магазин. Сейчас? Другое видео? Пошли. Ну, давай пойдем сначала в магазин, в торговый центр, подарки тебе твои переупакую. Замечательно получилось. Пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо моему мужу за терпение, за то, что он меня принимает любой, в любых моих агрегатных состояниях. Немножечко у меня сегодня нервный срыв был. Это было газообразное. Если честно, я даже, то есть у меня было что-то на грани психоза, я даже чуть поплакала, не знаю, чуть опухшее лицо, вот, нет? Вот кадр. Блядь, она, сука, разворачивается, какой пиздец, блядь, мне не нравится это делать, мне не хочется, мне нет никакой усидчивости, я не могу вот это убрать, блядь, не хочу я это делать. Ну, не могу, блядь, я ненавижу бумагу. К сожалению, один из моих подарков, который я заказывал, который не успел дойти, он сейчас был бы очень в кассу. Была какая-то специальная машинка для упаковки? Нет, я тебе сейчас расскажу, что это такое. Ну. Это маленький, вот такой вот размером, электрошокер, внимание, который ты прикладываешь себе к вот этому нерву, который вот здесь вот один из основных, который, судя по отзывам, помогает быстро расслабиться. Звучит, как будто это не полезно. Да, но просто было бы классно, если бы вдруг он сейчас уже был, и ты там: я не могу! И ты: о, сразу все заворачивается, все хорошо. Ну, ребят, это пиздец. Да нормально. Я вообще думал, что ты вот так вот в кулек завернешь и все. Ну, ты видишь, что здесь произошло? Ну, нормально. Да, я уже думал, просто прилепи хотя бы, лицевую часть и все. Вот это тебе как? Вообще нормально. Не видно? Вам будет казаться, что я хорошо упаковала, но я не знаю, навряд ли. Нет, я думаю... Нормально, две грани ровные, это уже хорошо. Вот, вот и вот. Ладно, обсудим это чуть позже, каждый подарок. Я смотри, с какой формой справился. Я не знаю, откуда он это умеет делать, он умеет пришивать пуговицы, вообще что... Мне не нравится
Я не знаю, я вроде не могу сказать, что я неусидчивым ребенком была. То есть, ну, я не понимаю, в чем проблема. Меня бесит бумага. Она, я пока отрезаю скотч, это все там распутывается, расходится. Я пытаюсь одной рукой держать, пока держу, сука, скотч. Нет, нет, пальцем. Я пытаюсь это расклеить, он склеивается. Короче, в итоге этой истерики Полина сказала, что она больше не будет жаловаться, что упаковка новогодних подарков стоит так долго в торговых центрах. Короче, давайте приступим. Я, правда, пока была зациклена на том, как это все говно... говно? Типа, как это все сложить, я забыла, что где. И хотела начинать от менее дорогих и забавных подарков к более прикольным и последними подарить как раз... основные нормальные подарки. Они, по-моему, вот здесь вот, вот эти два, поэтому мы их пока, вот эти две конфетки, отложим. Конечно, чувствую себя отстойно, что у тебя есть нормальные подарки. Я чувствую себя отстойно, потому что ты видел только что, что со мной было полчаса назад. Я вообще нормальный человек. Вот у меня есть один нюанс, но он просто распространяется на много вещей. Один нюанс есть, я невменяемая. Так, ну что, будем... Будем друг другу подарки дарить? Давай, уже стоит начать. А мы, может быть, возьмем ножик, чтобы вскрывать скотч? Мои очень будет, я думаю, легко вскрыть. И у меня еще нет мотивации хорошо это складывать, потому что я такая, ну он же через буквально 3 минуты это все обратно расхерачит. Давай, это первый? Да, ты мне. Я думал, сначала ты мне, потом я Ладно. Тебе по очереди. Первый подарок, я вам уже показала, очень красиво обернут. Это тебе, Дань, с Новым годом. Спасибо. Что же это? Пулидики. Чё? Скажи. Это пулидики. Универсальный Dust Cleaning Gel. О, это такой слайм, чтобы очищать клавиатуру. И машину. Вау, пулидики. Откуда ты узнал, что мне нужны пулидики? Спасибо. 160 грамм пулидиков. По мне, так, наверное, это какой-то обычный слайм. Но он заявлен именно как что-то, что помогает в труднодоступные места, типа попасть и достать оттуда всякую пыль, грязь и... Что, тут тоже... Труднодоступное место, пока я сам слайм. Мне прям... Я не знаю. Давай вот так сделаем. Стой, сейчас, подожди. Чем-то пахнет? Ну так, чуть-чуть. Туалетной какой-то такой истории. Ну и, короче, вот у тебя грязь какая-то, ты так шлёпс там делаешь. Блин. Классно, что придуман какой-то предлог для того, чтобы 30-летнему мужику подарить слайм. Ну, мне это полезно. Спасибо большое. Держи. Сколько стоил? Не вообще не знаю. Не помнишь? Вот цена. А, цена. Зачем ты хлопаешь? Хочу. Тогда начнем вот с этого. Это тебе. Нет, мне даже как-то обидно это все распаковывать. Это, судя по тому, как это выглядит, масло президент. Что это? Что для телефона? Нет. Что это? Так как у Полины существует периодическая ситуация, когда она посреди ночи просыпается и идет писить, и чтобы... Ну, эта ситуация знакома каждому. Для того, чтобы, заходя в ванну, не включать свет основной и не будить свой организм, и при этом в темноте не нащупывать унитаз рукой, я подарил Полине, так как она еще и сейчас на Твиче стримит, настоящий геймерский девайс, подсветку для унитаза разноцветную. Я думаю, это можно будет вставить сюда батарейки, да, и продемонстрировать. Я это, получается, он будет грязный, обоссанный? Ну, если ты не будешь ссать на него, будет все в порядке. Как на него? Это будет снаружи штучка, торчать туда будет только вот этот хоботок. Это снаружи. Но если ты хочешь, я могу сделать, чтобы он был грязный обосранный с этой стороны. Интересно, он любым цветом? Да, там несколько цветов, можешь повернуть, посмотреть. Он какой захочешь, такой выберешь. Готова приценить подарок? Блядь. Еще диада, как будто тут что-то страшное должно быть. Что скажешь? Очень заманчиво. Хочется сесть на это? Нет. Хочу как в бассейн. Ну, это настоящее геймерское решение, я считаю, для дома. Круто.
Есть один подарок, который, к сожалению, так получилось, что Даня увидел. Он не до конца, я думаю, понимает, как, что это. Что за форма? Да, что это такое, но он понял примерно, что это и какого оно цвета. Потому что оно пришло в прозрачной упаковке в. Это очень тупо, почту. Потому что Даня просто забирает такой, о! Я говорю, блядь. А он очень такой, как бы, видный. Вот, ну, мужчинка. Такая упаковка у меня, явись. Ну, нормально. Да правда нормально, я не знаю, что ты фантазировала, что будет. У меня тоже одна такая есть. Надеюсь, тебе понравится. Это вообще, кстати, не всрато, на мой взгляд. На ощупь скажи, как круто. Это штаны! Домашние. Это домашние штаны с супергероями. Это комиксы. Ну, это да. Сделано супергерой, как... это комиксы. Ну, в смысле, это не просто супергерой, они как комиксы нарисованы. Марвел и всякие, ой, Человек-паук. И вот такой дядя. И Тор, и... Такой дядя. И вообще, и, о. Ракета там. Я прям сейчас давай надену их. О, по размеру. Ну. Удобные? Красота. Блин, спасибо. Мне, кстати, правда нужны были домашние штанцы. Спасибо большое. С Новым годом. Спасибо. Это тебе. Спасибо. Это не совсем Amazon. Я это увидел в таргет рекламе в Инстаграме и подумал, что ты любишь такие вещи. Что это? Сумка? Это шоппер, который выглядит как... Почему так воняет? Ну, он из Китая, скорее всего. Это шоппер, который выглядит как пакет из Макдональдса. Для сменки? Ну, какой-то, типа, знаешь, в магаз куда-то сходить, еще что-то. Бля, он воняет рыбой. Да, дай-ка. Ну, кто-то нес в нем филе-о-фиш, видимо. Да, а вот это как? Я думаю, это как-то надо... Не знаю, это должно было быть, типа... Ну, на картинках выглядело вот так. Наверное, это надо связать между собой, и это будет как сумка. Чик. Похоже на то, как я подарки складывала. Я просто соединяю то, что здесь может соединяться, и хочу посмотреть. Ну вот, вот в такое превращается. Это сумка-трансформер. Если вам нужен ком, ебаный ком, вот он, чтобы не воняло. Что у нас еще осталось? У тебя три подарка, у меня раз, два, три, четыре, пять. Ну, ты... Столько со скольки ты начинал. Да. Ну, твой канал. Мой канал, мои подарки, мой муж. У меня такой райдер. Больше подарков на два. Какого же начать? Какой помнишь? Я все помню, я вспомнила вот все. Наверное, это, потому что к этому подарку у меня очень много вопросов. Кстати, он запакован твоей же бумагой. Да. Кстати, это тебе. Hidden Shark. Bluetooth шапка с фонариком. Нет, это не просто фонарик, ты музыку в ней можешь. Да, Bluetooth, я вижу, Bluetooth, да. Шапка еще и с фонариком. Да. Ну, я вот этот, киберпанк-пенсионер, да. Типа, который ходит ночью с собакой. Хочу попробовать подключить к ней. Блять, с кабелем. Даже шапку надо заряжать, ебануться. Достаточно всрат. Я, как если бы железный человек был слесарем. Типа мне попала шрапнель в голову, и арк-реактор вот сюда установили. Ну, потрясающе. А музыку как подключить? Я не знаю. Сейчас, есть инструкция. Вау. Ты это видел вообще когда-то? Я первый раз просто это увидела, так и мне это надо. Скажу так, когда я искал дурацкие подарки на Амазоне, мне попадалась эта хуйня на глаза. Я такой, ну я же не дебил. Нахуй, я думаю, Полине буду такую дарить. Ну. Но я про себя не подумал, типа, нужно ли мне это. Она что-то говорит тебе. Это почти как шлем железного человека. Ща. Надеюсь, ты не оглохнешь. Ща проверим. Ты знаешь, неплохой звук. Да? Я чуть-чуть слышу. Сейчас. Ты слышишь? Да, чуть-чуть. Но если вы вдруг не слышите, то ничего. Потому что пацаны не извиняются. Я бы, интересно, сразу авторитетом бы стал в слое пацана или чушпаном. Нормальный звук. Я думал, будет хуже. Нормальная шапка, да, кстати. Да. Что-то в этом даже есть. Единственное, что надо понять, как быстро выключить. А, ну с телефона только. Ну да. Еще ярче сделал. О, второй режим.
Все, выключилось? Нет, оно как полицейским теперь мигает. Ебать. Зай, я думаю, будет очень сложно это перебить чем-то. Блин, вот это вещь, конечно. А как она заряжается? Наверное, вот тут. А на USB-C? Ебать. Новый iPhone и вот это. И ты ракетина говно можешь так убирать? Да, да, вот так скорее. Это то, о чем я мечтал. Так, следующий подарок. Что же еще вам сделать? Так, ну, допустим, ладно. Вот. Это вещь, которую ты любишь больше всего в очень необычном форм-факторе. О, нет, скажем так, в очень необычном исполнении. Вот он даже, видите, что упаковал? И эту штучку. Зай, у тебя были уроки труда, да, в школе? Только разговоры о важном. Но дома, с бабушкой. Что это? Огурчик? Это песня. Господи. Нажимать? Да. Охуенно? Это просто? Это огурец, который поет йодель. Это скорее, знаешь, иллюстрация того, насколько рандомные вещи можно найти. И ведь, ну, люди потратили как свои ты это силы. Нашел? Я даже не хочу говорить, потому что я по какой-то спирали спускался все глубже и глубже в Амазон и увидел огурец, который поет. Сколько он стоит? Вот цена. Вот цена. Мне теперь гони. Это я первый упаковала. Здесь еще есть чуточку спокойствия и умиротворения. Здесь еще нет слез в составе. Покажи зрителям. О, это потому что Никита у меня украл плоскогубцы, и ты мне купила? Да. Спасибо большое. Только это не плоскогубцы. А что это? Это кусачки, зайка моя. Бля. Ну я очень оценил. Но в тех плоскогубцах, которые у меня забрал Никита и не вернул, в них тоже были кусачки, поэтому на 50%... Это в одной вещи, да, может, да, быть две? А да. Как? В чем разница? В том, что это именно откусывать, а та штука, чтобы еще и можно было что-то держать, как пассатижи. Этими нельзя держать? Нет, если ты попытаешься этими держать, ты то, что будешь держать, отрежешь. Но я это вау. Это ты обо мне подумала. Это знаешь про что? Это вот резать проволоку или какие-нибудь ветки. А у тебя не было до этого этой штуки? Нет. И тебе проволоку, ветки надо резать? Я придумаю, зачем, и обязательно займусь этим. Нормально, не, я оценил. Ну, зато смотри как. Ладно, давай с пальцами останемся. Ну, если бы это была проволока, она бы вообще... улетела. Ладно, раз мы по полезным подаркам пошли, это тебе. Она тоже это спойлернула. Да? Да, ты знаешь, что это такое. А, мама. Да, это карманная мама. Это мочалка, да? Да. Как известно, на губках, которыми моешься, остается очень много бактерий. Это очень позитивная среда для размножения всяких микробов, потому что это влажная губчатая вещь. Я наткнулся на чувака в интернете, который делает силиконовые мочалки, которые не просто сделаны из силикона, а туда добавлено серебро, частицы серебра. И, короче, официально доказано, что вот эта мочалка убивает бактерии. Потому что у серебра есть такая функция. Вот, где так здесь что... серебро? Ну, оно там типа микрочастицы, которые равномерно распределены вот в этом в составе. И вот ей надо стереть спину. Да. Как лепесточками, в общем, такими. Похоже на какую-то морскую, на ощупь, гад какой-то морской, который, вот, знаешь, на камне, знаешь, которые эти растут. Ну вот. Но это вот из полезных Я подарков. Потом помоюсь, вам скажу. Но на ощупь как будто оно действительно такое, массажные такие ощущения. Я себе купил такую же. Уже мылся ей? Нет, еще, чтобы не спылить, только черную. Вот это вообще похоже, знаешь, как на что? У шампиньона, когда... Да, под грибом, когда шляпка гриба, да, с обратной стороны такая. Теперь мне. Начислить тебе? Начисли, подарочек начисли. Да у тебя тут еще три целых подарка. Да пиздец, я себя чувствую вообще отвратительно. Я и нормальный подарок Может, не придумал. Может, мне вообще ничего не дарить?
Я реально тебе говорю. Какой сейчас пиздеж? Это я не понимаю, той хуйней воняет или этим пиздежом? На. Выглядит внушительно. О-о-о, это массажная подушка! Да. Вау! Ее можно прикрепить, вроде как я так сначала поняла, из-за чего я взяла, к креслу машины, да, сзади. Но это для шеи или для поясницы? Ну или вот, вообще? Она может, можно ну, руку положить, ногу, и можно лечь шеей, типа она должна что-то делать. Но у нас нет дома никаких массажных таких приблуд, я подумала, что забавно, такой форм-фактор. Массажная приблуда дома – это ты и я. Да, это для машины с прикуривателем. Да. Как круто, что у меня в Тесле есть прикуриватель. Есть? Нет. Блять. Ну, у Тесли есть над чем еще работать. Да. Возможно, в Кибертраке можно будет прикурить. О, сразу. Без церемоний. Приятно даже ладошку. Смотри, как руки смешно делают. Ты как этот, Илон Маск вчера презентовал новую модель своего робота-гуманоида, и у них там типа... Руки стали на 30% быстрее, и они там тоже пальцами вот так шевелят, знаешь, типа, как ты. Я когда у меня от лени совсем сосуды, знаешь, типа, сердце станет слабо, я вот так кровь буду качать. О, это с подогревом? Да. Хуевая идея. Нормальная. Ну, мне кажется, это не до конца понятно. Это больно. Сейчас, надо повыше. Спасибо за подарок. Хоть так? Нормально. Не знаю, может, ноги? Может быть, есть... Жопу. Ну, попробуй сядь на это. Не хочу. Что еще? Давай. О, поснить приятно. Да мы уже не молодые, я знаю, куда прикладывать. Че болит-то? Поясница приятно, дай. Это можно, знаешь, на компьютерное кресло попробовать прилепить и посмотреть, будет ли какой-то эффект. Ну, либо сдать это обратно в Amazon. Как тебе такой вариант? Ну, последний подарок у меня тебе на сегодня – это искусство. Некоторое искусство. Я как человек с утонченным вкусом хочу, чтобы у тебя было это. Это крутое? Я считаю, очень. Или всратое? Ну... Всратое крутое? Зависит от того, как, что это за человек, но я считаю, что это ничего круче я не видел. Неопознанная коробочка. Блять, что это? Это фигурка. Фигурка фака, утки. Это на Амазоне ты взял? Да. Спасибо, интересно, действительно. Я просто, когда увидел это, я такой, это фак, из которого сделали утку. Это должно стоить миллионы. А стоит? Вот столько. Тебе нравится? Да. Я бы, конечно, если бы не это видео, навряд ли оно у нас дома бы появилось. Да, скорее всего. Прикинь, если бы такой подарок был на годовщину. Я просто знаю, что ты любишь вещи, которые одновременно... Две и вещи. То, и другое, нахуй, да. Типа сережки, которые выглядят как штучка от пива. Там пакет, типа шопер, который одновременно выглядит как макдональдсовский пакет и одновременно воняет очень сильно. Такие как бы несколько вещей. Ладно, перед тем, как я подарю тебе это, расскажи, что тебе из того, что я подарила, что тебе больше всего понравилось? Мне больше всего, естественно, понравилась шапка с наушниками и фонариком, потому что, ну, во-первых... Вау. Во-вторых, вау. Мне нравятся вещи, в которых я выгляжу как мой дед, который обвешался какими-то приколдесами и лезет в подвале что-то ковыряться с железками. Поэтому, да, я получил большое удовольствие. Что тебе понравилось больше всего из того, что я подарил? Мне, наверное, подсветка в туалет, потому что я когда-то задумывалась, что прикольно нам такие поставить в толчок. Вот. На втором месте... Ну, я думала, что, наверное, мочалка, но там надо попробовать, как она будет на деле. Но она очень прикольная. Потом огурчик, ну и потом утка. А, нет, потом утка, а потом пакет. Вот так. Ну, из-за запаха в основном, да? Ну, да. Надо, наверное, сказать, что вот эти два подарка, которые Полина мне сейчас хочет подарить, это не с Амазона. Не, это не с Амазона. Да. Это, короче, я следила за одной страницей в запрещенной социальной сети Инстаграм. Человек этот живет, по-моему, я тебе говорила, в Малайзии, где-то там.
И он занимается тем, что находит какие-то вещи, и, в общем, это винтаж. Ага, и он их свегает. Нет, он их не свегает. Это не Money Blow коллекция. Это не Money Blow. Сначала, короче, какая есть предыстория? Помимо того, что есть история с тем, как я это запаковывала. Здесь, кстати, была дырка, я просто курсман вот так. Я вот так тебе и предлагал. Да. Короче, я сначала купила вот этот вариант этого подарка. Он чуть дешевле стоит. Ну, не чуть, сильно дешевле. И спустя какое-то время, из-за того, что там нет понимания в наличии, когда что появится, появились еще одни варианты. И, короче, я купила и второй вариант. Вот, все. Угу. Это две версии одного и того же? Да. Покруче и попроще? Да. Это попроще? Это попроще. Ага. Я вижу лого Найка. Это какие-то часы? А, я понял. Короче, Nike когда-то выпускали часы, как я поняла, сейчас они этого уже не делают. И есть люди, которые скупают это. Это, по-моему, 2001 года, по-моему, модель. Мне очень нравится, как они выглядят. Они все, у них у всех есть похожая форма, они немножко такие, типа... Как капелька, да. Капелька, да. Да, я такие видел, только я видел, возможно, те, которые у тебя сейчас во второй коробке. Такие более повседневные. Нравится? Да. Прикольно? Подходит моим глазам. Не знаю, мне понравилось, что, ну, типа, они такие спортивные, и, типа, при этом всем это Nike, и это так странно. А, это подсветка. А, есть подсветка? Тут, я не знаю, видно, нет? Наверное, в темноте. Прикол. Спасибо большое. Офигеть. Так, ну, блядь, смотрим вторые. Это вот уже более... Да, я видел вот эти. Да? Да, я видел их. А тебе не понравились? Я тебе честно скажу, я даже... Да, я пытался зайти посмотреть, есть ли они в наличии. Типа, это прикольно. Это прям то, что я думал, странные, но что-то в них есть. И я смотрел... Мне еще кажется, они не странные. Мне кажется, они очень дико стильные. Я смотрел, можно ли их купить, и на тот момент нельзя было. Короче, здесь есть одна запасная звено. Звено, если вдруг будет маловато. Да, да. Но, по идее, должно налезть. Ебо. Ну, это вообще флексингтон. Но это выглядит как устройство, которое я спиздил на космическом корабле. Да, да, они такие более футуристичные. Это бронированный, суперхромированный, темно-синий циферблат. Мне просто нравится, что это не... Ну, как это? Редко что у кого-то... Это базовые котлы. Да. Ну да, и это они такие. Не очень большие, но при этом такие как бы заметные. Прикольно. Спасибо большое, правда здорово. Ну, угодно. Спасибо. Ну, придется тебе за кадром тогда это отплачивать. Ощущение, что когда их на руку надеваешь, звук должен быть такой... Потому что они как будто бы... Ну, это правда как устройство из sci-fi выглядит. И я, если честно, когда на них наткнулся, я подумал, что это какой-то типа то ли супер раритет, то ли концепт. Ну, это немножко раритет. Что ж, спасибо, что были с нами. Такой ненапряжный предновогодний видосик. Вот, надеюсь, вы получили удовольствие. Пишите в комментариях, стоит ли нам периодически еще делать... Дарить друг другу подарки. Возможно, нам стоит сделать похожее видео на какой-нибудь там День всех влюбленных или еще что-то. Более тематические, всратые подарки за 2 дня. Это мне каждый раз надо будет придумывать, что дарить. Хотя всратые подарки выбирать достаточно легко. Возможно, кстати, у вас появится какая-то идея, что подарить своей второй половинке. Если вы вдруг находитесь в стране, где есть Amazon, вот в описании, наверное, будут ссылки на некоторые из этих товаров. Да, я оставлю ссылки. Вот. Все, всем спасибо за просмотр. С наступающим или с наступившим, я думаю, с наступающим вас Новым годом. Надеюсь, в следующем году мы будем видеться с вами, ну, как минимум так же или еще. Чаще. Надеемся, следующий год будет не такой всратый, как эти подарки. Пока.